прочно укоренившийся в центральной части Европы. Народ с богатым культурным наследием. Его представители гордятся своей историей, чтут традиции и берегут матушку природу. Белорусы. Их численность составляет 10 миллионов человек, и почти 500 тысяч из них живут в России. Хлебосольство и внимательность к тем, кого позвали в дом, у них в крови. В одной части крестьянского двора обычно располагались сени, в другой – бревенчатая срубная хата с двухскатной крышей. Как у всех восточных славян, самым почетным местом и духовным сердцем дома был красный угол. Здесь верующие размещали иконы вместе с лампадами и святой водой. Неподалеку стояла супружеская кровать. В заправленном виде она должна быть до вечера. Туда никто не садились, не ложились. Стол обеденный, он большой, длинный, так как семья большая. За столом всегда сидел мужчина вот у окна, потому что он хозяин. А хозяйке удобно было подавать еду из печи ближе. Она всегда сидела здесь, остальные члены семьи сидели. Белорусы считают, что известное выражение «семеро по лавкам» как раз пошло от них. На дубовых конструкциях обычно спали дети. Жестковато. Зато, как бы сейчас сказали медики, это хорошая профилактика болезней опорно-двигательного аппарата. Одно из сокровищ, украшение интерьера – это знаменитые рушники. Эти тканные полотна и по сей день продолжают оставаться ценнейшими предметами в убранстве дома. Согласно поверью, чем ниточка тоньше, тем качественнее получится изделие. Искусному мастерству девочек учили уже с 12 лет. Навык полезный, ведь приданное определяло судьбу невесты. Коль полон сундук, значит избранница богатая и трудолюбивая. Зимой они ткали, когда посиделки были, а потом весной уже, когда сезон подходил, именно они начинали отбеливать. Намыливали влажные вот эти полотна, а потом переворачивали на снегу несколько раз за день. Это в течение 3-2 недель уловить моменты. Сочетание узорного ткачества, вышивки, тонкой аппликации и кружева. Все это белорусский национальный костюм. Его обязательно украшал красный орнамент. Такая алая маркировка, по мнению предков, не позволяла нечистой силе забраться в полотно. Женский наряд включал жилет и юбку паневу. Их 4 штуки, вот так сзади 2 штуки, и здесь 2 штуки, то же самое. А это музыкальный инструмент, трещотка. А это блузка, платье, оно длинное должно быть, именно вот чуть ли не в пол. Раньше короткие белорусы не носили. Основа мужского костюма – это льняная сорочка с вышивкой. Ее дополняли брюки и, конечно, нарядный пояс. Без него выходить на улицу было дурным тоном. Появился на людях в таком виде, значит, распоясался. На голове у мужчин обычно была шляпа. Вышивка – это у белорусов, это национально. Очень красивые вышивки, они все со смыслом вышиваются. Они просто так захотела что-то там вышить. Вот обратите внимание, ковер висит на стене, там васильки. У белорусов вышиваются в основном васильки. Печь – это кормилица в хате, сакральный центр дома и воплощение культа огня. Кафельная считалась особой гордостью. Она не только выглядела красиво, но и дольше сохраняла тепло. Пищу хозяйки готовили в глиняных горшках. Берем ухват, заправляем там ингредиентами то, что собираемся готовить, щи там или жаркое, что-нибудь такое. Накрываем сковородкой. Раньше именно за место крышки служила сковородка чугунная. Горшки, они чугунные, очень тяжелые. Если в семье 10-12 или 8 человек, нужно было готовить 15-литровый горшок. Это поднимать очень сложно было. Еще плюс добавляются туда ингредиенты, сковородка чугунная. Это примерно весило 20 килограмм. Девушка должна быть именно стремиться, стараться до 18 годам все это освоить. Я беру вот ухват. Ухватом держу горшок и отправляю туда в печку. Тут потом заслонкой закрывается. Именно потом достаем готовую еду и подаем. Подаем, значит, сначала мы разливаем для малышей, для ребятишек сюда в эти горшки, чтобы они немножко тут подостыли, потом только подаем. Именно эти печурки служат для этого. Аромат кушаний чувствовался буквально в каждом уголке хаты. Сразу появлялся аппетит. Но был существенный минус. Запах пропитывал весь дом. В то время специальных средств, которые могли бы справиться с ним, не существовало. Но белорусы нашли решение. Развешивали шишки хмеля. Растение отлично очищало воздух. Темперамент, характер и основные черты у каждого народа проявляются в танцах. В Самаре с белорусскими можно было познакомиться на суперфинале Международного фестиваля конкурса искусств «Наш конкурс. Мы едины», посвященного Дню единения народов России и Беларуси. В копилке народного хореографического коллектива «Шарм» много номеров. Среди них и «Перепелочка». Мы здесь обыгрываем небольшой обряд, когда девушка становится
хозяйкой дома, и у нее появляются новые заботы. В конце мы показываем, как она, девушки-подружки покрывают ей голову, и уже как бы им не по пути. Девушка-перепелочка улетает в одну сторону, а свободные девушки, незамужние, улетают в другую сторону. Это небольшой белорусский обряд, который бывает на свадьбу. Яркость и своеобразие танцу придают движение рук вверх и вниз. Где-то они должны быть мягкими и широкими, временами немного порывистыми и сильными. Пластика похожа на взмах и трепетание крыльев птиц. Это была встреча. Вот когда из того, что ты посмотрел номер, ты можешь сказать, это событие, потому что это была встреча с искусством, встреча с творческим коллективом, который способен в тебе разбудить какие-то давно спящие смысловые пласты, впечатления другие, дать тебе сегодня такой заряд, что ты вновь готов идти творить. Они не просто номер, не просто картинка, это такой организм творческий они создали. Вот то, что они делают, это надо понять, как это все происходит. Какие-то культурные архетипы в тебе начинают просыпаться. Вот этот широкий рукав способен и женственность выразить, и полетность выразить, и подарить тебе художественный образ, о котором ты хотел бы говорить. В номере участвует 20 человек. Танцоры рассказывают, идея для постановки созрела год назад. Долго и упорно репетировали, а в декабре состоялась премьера. Усилия даром не прошли. Номер завоевал гран-при конкурса. Он очень сложный, потому что нужно держать осанку, нужно вжиться в первую очередь в роль, чтобы зритель проникся этому танцу и понял весь смысл. Нам очень нравится выступать. Мы очень горим желанием поехать в Беларусь, на историческую родину наших родных, потому что у многих из нас есть белорусские корни. Мы очень тщательно прорабатываем и продумываем элементы нашего костюма. Мы уважительно относимся к традиционным костюмам, начиная от головного убора и заканчивая обувью. Все цвета, которые вы видите, они традиционно белорусские. Белый, красный, черный. Что касается головного убора, конкретно соломенные повязочки, они в Беларуси считаются брендом. Это поднимает дух, настрой, творчество, тем более, когда у нас есть национальные номера. Дети видят, что все народы должны быть очень дружными, потому что мы встречаемся все на одной сцене, и показывает каждый коллектив структуру номера, костюмы, дружбу народов. Есть у белорусов и ритмичные танцы, например, скакуха. Композиция имеет очень быстрый темп и требует проворного переступания ногами. Там есть прыжки поджатые, это прямые, там перескоки, крутки, подыбаска. Она самая сложная, мы ее на каждом занятии отрабатываем. А вот самая легкая, это когда мы делаем... Традиции и ритуалы Беларуси формировались столетиями. Белорусы стремятся сохранить свои народные обычаи, поэтому для их популяризации часто устраивают фестивали, концерты и другие просветительские мероприятия в сфере культуры.